Наталья, что вы делаете для красоты в домашних условиях? Друзья, все делаю для красоты в домашних условиях. Особенно сейчас, вот в наше веселое время, когда косметологов у нас, скажем так, до них не дойти, да, то есть им не разрешают работать. Всем рекомендую. Во-первых, умывание льдом. Умывание льдом, девочки, девушки, женщины, да, это раз. Ванны с молоком и медом, ну, это не значит, что прямо в молоке, да, просто добавьте там какую-то там, допустим, ну, не знаю, 200 грамм молока, там, ложечку меда, очень полезно, с аромамаслом. Масочки из белка с крахмалом, из желтка с крахмалом и витамином А. И мое такое ноу-хау тоже могу рекомендовать. Пойдите в аптеку, купите вот просто недорогое средство, янтарная кислота и прополис в таблетках. Размешаете вот эти таблеточки янтарной кислотой и прополис, можно их там размять такой специальной толкушечкой и добавьте какой-то загуститель, тот же крахмал. Шикарно, шикарная масочка. Так что, друзья мои, спасибо вам за этот вопрос, очень приятно. С вами была Наталья Правдина. И если вы хотите улучшить свою жизнь прямо сейчас, сделайте очень важный шаг. Переходите по ссылке в описании под этим видео. Потому что успех следует только за действием.